предыдущих сериях или частях Гоша 6 убил убийцу, но убийца оказалась жива и нашла труп самого того самого гостя 6 или его первой жертвы. Ой, этот гость меня чуть не убил. Где тут Мубас? А, вы все живы? Это круто. Это, кажется, была его первая жертва. Наверное, все над ним издевались. Так же, как и я. Из-за этого он стал плохим. А вот и мое любимое место. Как же я любил сюда забрасывать всех моих недолюбчиков, которые постоянно издевались надо мной. Ну, теперь бояться нечего, потому что их больше нет. Так, а вот и клуб гостей. Надо удостовериться, что это клуб гостей. Здравствуйте, это клуб гостей? Ну ок, я пошла. Какое красивое место для таких, как он. Гость 6-6? Он самый. Я знал, что нужно было еще и почку забрать. Готовься к смерти. Говори мне тут. Так, что тут происходит? Да ничего такого, выполняю все то, что было в сценарии. Это был не тот сценарий, ты, наверное, взял не тот сценарий. Это, наверное, был сценарий мистера Вова HD, который у него в его Roblox-анимации по хищнику. Что ж, придется все возобновить. Нет! 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 Да и да, всем пока. Теперь все идет по плану. Я дал гостю 6-6 настоящий сценарий, а не сценарий к хищнику по Роблоксу. И теперь будет настоящий правильный гость 6-6. Ну, я пока посплю, посмотрю, сколько там первая и вторая часть наберут просмотров и лайков. Ой, наконец-то проснулся. Время посмотреть, как там. Ну нифига себе, 8 миллионов просмотров. Нифига себе, сорвал кушу.